Внимание, внимание! Всем привет, дорогие друзья! С вами DLVPlay. И скачал я игрушку, и походу я повторно ее скачал под названием South Park Phone Destroyer. Вот. Я уже с самого заглавного, так сказать, момента не записываю, так как там скачки были, закачки, загрузки и так далее. Как видите, у меня уже тут стоит продолжить. То бишь, я уже когда-то ее, оказывается, скачивал уже давно, я не помню. Когда? То есть мы с самого начала тут не начинаем. Посоветовали мне мои подписчики Архангел Константин под ником и Витя, что сыграем, мол, в эту игру. Посмотрим, может что-то получится. Ну, что-то я сильно сомневаюсь, что видос зайдет на Ютубе. Видос зайдет нам. Так как уже и так достаточно там видосов, даже о самых популярных ютуберов, летсплейщиков. Ну, как говорится, попытка не пытка. Давайте попробуем, глянем, что же из этого получится. Вот. Игра прикольная. Я так могу сказать, что это типа в стиле Clash Royale. Тут и карты тебе есть, тут и... О, значит, я уже тут 4 этапа прошел. Индийская, по первый эпизод индийская. Индийская. Пора, посмотрим, что еще тут есть у нас. Это что у нас? Ежедневный магазин, инвентарь, настройки, приключения. Что-то тут непонятное. Короче, у нас в инвентаре есть ежедневный магазин. Так, оно загружается. Посмотрим, что у нас тут. У вас, кстати, знак наш на примета того, что будет сейчас что-то бесплатное. Подарок какой-то, наверное. Или вообще ничего не будет. Ну, стоит загрузка, ну. А дальше что? Сколько нам придется ждать? 2 hours later. Да, ждался я, ребята, когда она мне прогрузится. И она прогрузилась, и тут у нас халява. Кстати, нравится мне перевод, сделанный в этой игре. Давайте же посмотрим, что нам дадут. Я так, между прочим, просматривал, так скажем. Может, открываться будешь? А, вот так открывается. Пару видосов по игре, я скажу вам, там такой лютый трэш, короче, творится. Я думаю, будет интересно на это будет посмотреть. Ага, у нас новые персонажи открылись, я так понял. Так, взять. А, это и есть у нас магазин. Давайте продолжим. Кстати, написано, ну, написано там, я прослушал, так скажем, видос. Там говорят, типа, даже на халяву снимать можно легендарные карточки открывать. То есть надо почаще открывать их, и, соответственно, можем получить. Так, добыча. Ага, тогда я еще Ангел Смерти назвал. Это, походу, еще до того, как я вообще, в принципе, начал заниматься Ютубом, я скачал эту игру. Поэтому у меня такой ник стоит. Так, а как можно, может тут как-то свою... группу выбрать. Коснись рангового щита в доме Баттерса, чтобы посмотреть. Я так понял, наверное, список лидеров, наверное, можно посмотреть. Так. Так, я сейчас не знаю особо, что я сейчас делаю. А, вот тут накапливается, короче, у нас мощность. И мы можем выбрать вот эту карту, когда у нас будет 5 очков, да? Давайте возьмем вот этого чувачка. Все, готово. Давайте Картмана в помощь нам вызовем. А оно что у меня? Да, это просто подходит и ударяет ножами.
Это здоровье хорошо себя проявляет, если он выживает. Погодите, разве черный индейец существует? Сообщение, я думаю, уже мне кто-то написал, оказывается, это в игре. О, кстати, вот это неплохо, это вроде бы эпическая карта. Чувак, который сейчас призвал. Разбойник Твик. Давайте это выберем. Нифига себе, сколько у нас уже народу тут. Я так понял, тут предела никакого нет в толпе. Вы недооцениваете коренных американцев, ковбои. Мы верим в силу семьи. Коснись, чтобы продолжить. Женщина-врач Шерон. Жалко, что нет озвучки русской, вообще было бы прикольно. Я сейчас сам любитель посмотреть Южный парк. Чувак, серьезно, ты дал поиграть своей маме? Только ненадолго, Стэнли, мне потом нужен магазин. Не, ну с такой армией мы, наверное, запросто сейчас развалим. Хотя нет, что-то пошло не так. А, ну мы сейчас Стэна завалили, я сейчас стал с мамашкой, которая срет и кидается говном, блядь. Говорил, будет трэш. Вот он, в принципе, и есть. Победа! Охотники за головами. Нифига, как быстро я должен прочесть это. А если мама помогает, это разве не против правил? Хватит читерить, Стэн, только я могу менять правила. Но это, как всегда, Тимми. Что вообще Тимми делает в нашем групповом чате? Он ведь даже печатать не умеет. Не, ну Тимми, он умеет печатать. Беру свои слова назад. Так, а ну-ка посмотрим. Давайте кто-нибудь здесь. Еще одного толстячка взяли. Предмет для улучшения. Хорошо. Погнали. Так, улучши эти карты. Хорошо, улучшу. Это характеристики карты. Можно повысить здоровье. Эту характеристику можешь улучшить. Этот предмет, который требуется для улучшения. Улучшить. В принципе, у нас 17 штук, думаю, можете позволить. Но вот достижение открыли, улучшено. Я не смог прочесть, что там карту написал. Так, давайте вот, это что у нас? А где тут указано? Вот это я знаю, что он эпическая карта. А что, я столько много карт открыл, что ли? Или это все было у меня? Давайте его улучшим. Этим даже не пользовался. Не знаю даже. Ага. У нас главный герой повысил уровень. Здоровье теперь у нас 486. Атака 7. Так, давайте тогда вот это лучше. Ну все. Для этого уже мало материалов, пока не будем торопиться с улучшениями. Персонажи с боевым ключом активируют свои навыки, короче, чего-то. Ребята, я не буду уже читать эти фразы во время загрузок, так как я не успеваю их толком прочесть. А вот в этом профи. Угу. Великая китайская игровая стена. Только достойные воины могут перейти стену, чтобы пройти и уничтожить телефоны в режиме PvP-2. Хорошо. Значок, ты управляешь телефоном лучше всех, кого мне только доводилось видеть.
Заходи ко мне домой, узнаем, может ты вообще круче во всех мире. А ну-ка, у нас дом открылся, Баттерса. Так. Ну, пока еще не все. Не все доступно нам, поэтому, может, потом можем как-то по-другому менять там карты свои и все остальное. Приветствую тебя, благодарю. Я промоутер. Дон Кинг Баттерс. Хочешь попытать свою удачу в ПВП? Давай найдем для тебя подходящий матч. Оказывается, это Баттерс, блин. Да он, блин, этот, как его, Доктор Хаус или что там был. Блин, не помню. В мультфильме, как назывался он. Типа злодей. Добро пожаловать в невероятное состязание, конечно, не успел. Твой рейтинг навыков выигрывай в режиме ПВП, чтобы его зарабатывать. Бесплатные наборы, чтобы их получить, круши телефоны врагов. Ну, давай пройдем один бой. Только я еще не особо прокачан, так что не знаю. Ну, если какой-то бот выпадет, то ничего страшного не будет, думаю. Противник найден. Уровень карт в режиме хаос, обычный 4, редкий 3, эпический 2, легендарный 1. Говорил, что не буду читать, а все-таки прочел. Ангел смерти, это враг кто у нас? The Antagonist. А, это, я так понял, стандартный идет, я не знаю, только для первого боя или для кого. Я тупо просто видос посмотрел, чисто там тоже The Antagonist, это, я так понимаю, идет стандартно. Матч делится на 3 минуты. Это шкала здоровья твоего противника, уменьшившее количество вражеского здоровья, чтобы уничтожить его телефоны. Чтобы победить, уничтожить больше всего телефона за 3 минуты. Чтобы победить, уничтожить больше всего телефона за 3 минуты. А, я понял. Так. Давай сразу этого чувачка выберем. Вызовем. Мы можем это вызвать. Двоих танков вызовем. Так, этого сюда. Эпического. Ау. Ого, что это было такое? Ульту использовал, карту мою. Ого, Кайл. Ничего себе, с пушки стреляет. Карту против карту бьется. Давайте крыс еще накинем. Вот ульта, а у Кайла сколько ульта? Ух ты, нифига себе. О, блин. Видели, такой маленький, блин. Камикадзе сейчас бегал к нам. Здравствуй, Картман, вы вырубили уже. А ну этого сумасшедшего кинем в бой. Нифига себе, он динамит кидает. Блин, нас уже потихоньку выносят. А вот что это, чат? А ну давайте еще плюс выберем. Ого, нормально крысы выносят. Не, реально, крыски четкие. Подорвали своих же крыс, блин, взрывчаткой. И очередная победа. Фон режим ПВП боя. Так, ого, нравится ПВП? Сходи к Дону Кингу Баттерсу. А, эту мурочку.
Потом считай телефон противника, ты получаешь набор, коснись, чтобы открыть его. А ну-ка давай. Оп. А что это с какие-то. Какая-то новая другая валюта в игре. Ладно, у нас сейчас, ну, карточки в избытке. Мы можем повысить им уровень и просто улучшить. А, вот тебе удалось набрать птящий зад. Что так? Тьфу ты, я. На них можно купить что-нибудь в моем магазине. А, вот фиолетовые карточки, да, я так понял. А ну, получить. А, это за донат, я так понял. А, то есть мы можем купить. Наличие 1100, монеты. Что-то я не понимаю, пока не будем трогать это. Посмотрим потом. Можем вот эту карточку. Ну, давайте пока оставим это на потом. Но нам не срочно, пока справляемся и так. Тоже надо будет, так сказать, более подробно, попозже, так скажем, или когда уже действительно будем чувствовать, что мы не справляемся. Без улучшений всяких и так далее. Уничтожен телефон 3 из 2. А, то есть мы можем уже участвовать в этом бою, да? А ну, что это как-то меняется, не? А ну-ка, играть. Так, карту мы можем. А ну-ка, это тоже призовем. Ты куда ты пошла? Самоубийца пошла, да? А ну, по всем попадает, да? Нет, ну, наверное, ну, какой-то радиус есть у карты на его ульту. Ух, нифига себе, малая, смотри, прирезала. Вот мы и танки вызвали. А ну-ка на это на вызовем. О, чё как может. Вы не оставили мне выбора. В бой поступает медведь, который пьет из реки. Пьет из реки сыт. Покахонтас Ренди. А, это. Это его батя, да, блядь? Покахонтас. А мне казалось, у нас тут все сплошь коренное и американское. А ну-ка, сейчас мы ульту карту используем. Бред. Тимми. Чё, все так быстро мы его завалили? Блин, я даже не успел разобраться, что произошло. Так легко, пока очень просто. Посмотрим, как дальше будет. Ого, 15 бачей, нормально я открыл сейчас. Так, ну чисто по картинке смотрю, пришельцы, думаю. Индейская туника уже есть. Ладно. Хотя, видите, даже здесь шкафчиков может нормально выпадать. Вот такие вот дела. Дальше, если продолжим, значит, что у нас? Вот уже совсем другая территория. Все, наверное, вот так. Если ничего не нового не открылось, пока что нет. На этом будем заканчивать эту серию, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то обязательно прожимайте лайки, так как в виде их я буду понимать, продолжать мне я снимать эту игру или нет.
Вам, тем не менее, спасибо за просмотр, спасибо, что посмотрели до конца этот ролик. Также не забывайте подписываться на мой канал, подписываться на Discord канал, на группу ВКонтакте. Там тоже приходят уведомления. Не прожимайте, соответственно, колокольчик. Про каждое видео про это говорю. А я пошел отдыхать. Потому что, так сказать, стараюсь записывать видео на выходных, как по будням работа. Короче, прихожу домой задолбанный, особо сил нет записывать. Я так на выходных записываю и вам потом, так сказать, с вами делюсь. Все, удачи, всем пока. До следующей серии.